мощная мойка для мытья передвижной техники и ухода за дачным участком с системой защиты. Перед нами мойка высокого давления от компании Greenworks. Модель GP-WG7. В комплекте с мойкой пистолет-распылитель, шланг, колеса для транспортировки, емкость для моющего средства, электрический кабель на 5 метров, турбонасадка, универсальная насадка с форсункой, инструкция и гарантийный талон. Выглядит мойка не совсем стандартно. Сверху расположена рукоятка, а внизу большие колеса для передвижения устройства. Сама мойка нелегкая, весит 28 килограммов. В передней части резервуар для моющего средства с автоподачей. Рядом расположена панель управления с переключателем двигателя. С правой стороны мойки крючок для хранения шнура, а слева располагается пистолет-распылитель. Он защелкает спускового рычага, что защищает его от неосторожного нажатия. Кроме того, этот пистолет-распылитель специально усилен и имеет стальной наконечник распылителя. Шланг здесь длинный, 10 метров. А длина сетевого кабеля 5 метров. Работает мойка от бытовой электросети. Она оснащена мощным двигателем на 2000 Вт. Рабочее давление воды 150 бар. А максимальная температура на входе 60 градусов Цельсия. Устройство предназначено для мойки автомобилей и мотоциклов, а также садового инвентаря и других поверхностей. Например, для уборки придомовой территории, уличной мебели и установок для барбекю. Что касается защиты, мойка оснащена автоматическим клапаном со сбросом избыточного давления, а также системой Full Stop. Она предотвращает нагнетание избыточного давления. Для защиты от попадания грязи с водой предусмотрен фильтр грубой очистки. Подведем итог. Это большая по весу мойка. Зато ее удобно передвигать за счет больших колес. Управление тут происходит всего одним рычагом. Мощность работы достигает 2000 Вт. Такая мойка поможет отмыть мотоцикл и автомобиль, навести порядок на дачном участке. Для тщательной очистки тут предусмотрен бак для моющего средства. Он с автоподачей.